Итак, привет, фанфики, с вами я, ваша Варька. Если ты еще не попал в нашу дружную команду, то скорее подписывайся на мой канал, ставь лайк и не пропускай новых видосов. А мы погнали! Сегодня у меня очень крутое видео, потому что сегодня мы были в нашем местном магазинчике. Вот, и там я нашла яйцо, которое я всегда покупаю. Это забавный сюрприз. Ну, не всегда, просто когда есть. Когда я уже, конечно, уже взрослая такая, но все равно люблю покупать яйца, яички и вспоминать детство. Вот, вот такое яйцо я обычно покупаю. Забавный сюрприз, потому что мне нравится, какие там попадаются подарки. А еще я нашла крутые еще три яйца. Вот такой шоколадный приз. Дальше вот такой сказочный пантруль. У меня его сестра смотрит, и поэтому я решила то, что почему бы и не купить. Вот. Вроде бы как эту персонажа зовут Варя, если я не ошибаюсь, поэтому я и взяла с этим. И дальше я купила такое пластиковое яйцо FIFA 2018. Вот такое вот. Итак, давайте же начнем распаковку этих яиц. Итак, первое яйцо, которое мы откроем, это будет вот такой забавный сюрприз для девочек. Так как я его уже открывала, поэтому откроем еще раз. Вот такая вот у него красивая упаковка. Сейчас мы ее снимем. Так. Это шоколадное обычное яйцо. Только это полностью шоколад, то есть он не молочный. Здесь прозрачная упаковочка такая. Вот. Убираем шоколад. Здесь немного шоколад прилип. И я уже вижу то, что это в поисках Дори. Так, сейчас я попробую открыть его. Итак, вот я получилось мне его вскрыть. Вкладываем. Достаем. Сначала посмотрим вкладыш. Вкладыш у нас вот такой вот. Так. Здесь показаны все фигурки, которые нам могут попасть. И здесь вот такая вот 10 игрушек коллекции. В поисках Дори шоколадное яйцо с игрушкой. Вот такое вот прикольное яйцо. И тут у нас попалась сама Дори. Вот такая вот Дори. На подставке. То есть она разборная. Ее вот так разобрать можно. Это просто вот такая вот фигурка, статуэточка. Такая очень прикольная, мне кажется. Очень хорошая прорисовка. Обычно в этих киндерах попадаются не очень хорошие игрушки. Но сейчас мне повезло. Кстати, шоколад у этих игрушек очень вкусный. Так, следующее яйцо, которое мы откроем, давайте это будет вот такой вот шоколадный приз. Я его еще ни разу не открывала. Все остальные три яйца я еще ни разу не открывала. Вот так. Вот такое. Оно похоже на яйцо Kinder Joy. Так, блин. Вот, вот такой вот шоколадный приз. Два в одном с игрушкой. Давайте же откроем его и посмотрим, что там внутри. Не очень, если честно, удобно открывать. Очень маленькая эта штучка. Сейчас откроем. Итак, вот у меня получилось скрыть это яйцо. Только я не понимаю, где здесь что. Давайте посмотрим, что вот здесь вот. Мне кажется, здесь сладость, да? Да, она уже подтаяла. Это шоколадная просто глазурь с сливочным соусом. Так. И здесь игрушка. Надеюсь, там есть вкладыш. Нет, вкладыша нету, здесь какая-то не очень хорошая такая игрушка, не очень... Ой, прикольно, она вот так горит, то есть если зажать, она будет гореть. В принципе, достойная игрушка. Есть кусочки лишнего пластика, но это не критично. Эти излишки можно убрать. Но это прикольная игрушка, то, что она горит, это уже круто, так прикольно. В принципе, нормальная игрушка, более-менее... То есть я ожидала худшего за 30 рублей. Кстати, вот это яйцо вот с Дори стоило 40. Это яйцо стоило 30. А, так, вот это стоило уже дороже. Это 60 рублей стоило, поэтому сейчас мы его откроем. А, вот это стоило 70 вроде бы. Так, вот такая вот крутая обложка. Мне очень она нравится. Здесь сливочный десерт с игрушкой. Сказочный патруль.
очень хорошая упаковка, очень качественная, поэтому сейчас мы ее откроем. Надеюсь, игрушка там будет тоже хорошая. Так, опять плохо открывается. Так, смотрим. Здесь, наверное, десерт, я так считаю. Да, здесь десерт с такими шоколадными подушками. Очень вкусный, наверное. И здесь, наверное, игрушка. Не, наверное, а точно должна быть игрушка. Я очень хочу, чтобы попался какой-то персонаж Вари. Но это не Варя. Так, здесь еще есть ложечка вот такая вот. Так, вот такая ложка для этого самого еды. Так, открываем. Сначала мы посмотрим вкладыш. Потом посмотрим на саму фигурку. Так, убираем пакетик. И смотрим в вкладыш, сказочный патруль. Так. Снежка. Аленка. Варя, да, я была права. И Маша. Мне попалась вот это вот. Как я уже вижу, мне попалась Снежка. Вот это вот персонаж. Вот так. Такой обычный вкладыш, мне кажется, в нем ничего такого особого нету, поэтому его откладываем и смотрим на игрушку. Игрушка довольно хорошая, вот так вот она выглядит, это очень красивая девочка Снежка. Вот это что у нее в руках, сейчас посмотрю по вкладышу. Пока что мне непонятно, что это, но это, наверное, какой-то скипетр, кто знает, напишите в комментариях. В принципе, очень качественная игрушка, мне она очень нравится. Так. Так, сейчас поставим их на фон. Вот так вот. И последняя игрушка на сегодня. Это вот такое яйцо Россия 2018, мы являемся игрушкой. Вот такой вот Kinder Surprise. Вот так. Вот, кто еще хочет такие распаковки, то напишите в комментариях, я, наверное, сделаю. Кто еще хочет распаковку киндеров. Потому что мне будет очень хорошо, приятно почитать. Так, мне кажется, мне понадобится здесь ножичек. Итак, вот я надорвала, и пытаемся открыть эту всю упаковку. Я хочу открыть ровненько, чтобы сохранить этикеточку, показать сейчас вам подробнее. Так. Ребят, у меня не получается аккуратно снять, поэтому мы разрываем эту этикетку. Так, выкидываем вот такой просто белый шар. Открываем. Итак, первое, что я здесь вижу, это вкладыш. Давайте же посмотрим. Здесь у нас разные фигурки тоже. Это... Забивака, вроде бы ее зовут, этого персонажа. Вот, вот такая вот. Вот такой FIFA World Cup. Вот. Эмблема чемпионата мира по футболу. Вот, я уже вижу, какая мне попалась. Мне попалась вроде бы вот это. Да, вот это мне попалось. Вот. И здесь сама нарисована забивака. Так, дальше здесь... Вот такие вот бобы. Надеюсь, они вкусные, сладкие. И здесь у меня вот такая вот резиновая игрушка забиваки. Очень вроде бы качественная и очень прикольная. Итак, сейчас покажу вам всех, кто нам сегодня попался. Вот такая забивака с мячом во рту. Дальше Дори. Кстати, я только сейчас заметила то, что на... поставки выгравленное имя Дори тоже. Так, дальше. Петушок. И Снежка. В принципе, очень качественные фигурки. Мне они очень нравятся. Вот, я очень рада распаковке. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не пропускайте новых видосов. И всем пока-пока!